Во время прохождения службы в рядах вооруженных сил Российской Федерации Максим получил травму. Но инвалидность не помешала жить активно. Быстро взял себя в руки и нашел занятие по душе. Пулевая стрельба теперь часть его жизни. Высокая планка – главный принцип в спорте. На самом деле, чем лучше получается, тем выше ставишь задачи перед собой. Ну а высокие задачи трудно. Принять специальную изготовку, контролировать психическое состояние, уметь правильно прицелиться. Пулевая стрельба – занятие не из легких, рассказывает Максим. Для лиц с инвалидностью этот вид спорта имеет ряд особенностей. Чтобы добиться устойчивости, спортсмен опирается на табуретку, а стрелковый костюм уменьшает колебания оружия. Работа над собой – вот ключ к успеху. Надо все правильно делать. Если что-то не получается, надо проводить анализ, разбор работы своей. И все получится. 5 дней в неделю по 5 часов. Времени на отдых нет, есть цель, к которой нужно стремительно идти. Тренер Максима уверена, людей с ограниченными возможностями нет. Есть люди с ограниченными желаниями. Он парень трудолюбивый, его не надо заставлять. Да, иногда у нас бывают какие-то, ну не то что споры, а разбор полетов, так можно сказать. Конечно, человек не может, особенно в начале своего спортивного пути, не может все гладко прострелять, допустим, все упражнения. Конечно, бывают какие-то ошибки. Мы их разбираем, мы над ними работаем, и впоследствии мы уже их не допускаем. Результат напряженных тренировок под строгим контролем тренера не заставил себя ждать. Уже через 1,5 года Максим стал абсолютным чемпионом Московской области по стрельбе из пневматической винтовки, а также выполнил норматив мастера спорта России. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».